Детерминистский хаос. Новый экзотический пулемет из дополнения «Конец света». О том, как получить пулемет, я рассказал в текстовом гайде, который можно прочитать у меня на странице Boosty на момент выхода этого ролика уже бесплатно. Сейчас же давайте коротко разберем его перки и обсудим, насколько он интересен. Основной перк – тяжелый металл. Хоть я и больше по металлкору все же, но это название тоже ничего. Пока вы удерживаете спусковой крючок, каждая четвертая пуля заменяется тяжелым снарядом, который ослабляет цель при попадании. То есть накладывает дебаф на цель, равный 15% и длящийся чуть больше 5 секунд. Также благодаря другому перку, каждый четвертый снаряд, выпущенный при использовании тяжелого металла, делает пораженную цель нестабильной. Что ж, на бумаге звучит прикольно. Пулемет с хорошим контролем отдачи и боезапасом, который при этом сам дебафает цель и позволяет дамажить ее эффективнее. На практике пулемет можно рассматривать как экзот на редкий случай соло-забегов в какой-нибудь активности, где вас ждет много мобов с желтой или оранжевой полосой здоровья. Например, затерянные сектора с высоким уровнем сложности, против чемпионов тоже пулемет может сработать вполне ок, особенно с обновленными способами борьбы с ними. Однако для командного урона или для урона по боссам пулемет не будет особо полезным. Все предлагаемые им дебафы вы можете легко заменить в команде все тем же выстрелом ульты пустотного ханта или любым другим способом. Так что оцениваем этот экзот на 3 звезды из 5. Спасибо за просмотр. Не забудьте, что больше контента от меня сейчас выходит в телеге и Boosty, ссылки в описании. Все, пока!